Доброго утра, отличного настроения всем желает рубрика «По вашим письмам». В начале новой рабочей недели готовы ответить на вопросы, которые вы адресовали антимонопольной службе. Наталья написала. Скажите, какие сроки даются для подготовки документов, технических условий для проведения газа в частный дом? Почему газовщики требуют за это деньги? Наталья, что касается сроков, здесь все зависит от того, есть ли у сетевой компании тариф на подключение к сетям. Если есть, то на выдачу тех условий дается 30 дней, если нет, то 14. Теперь, что касается оплаты. На сегодняшний момент этот вопрос действительно является живым, и он тоже заинтересовал Пермский УФАС. Рассматривается дело в отношении компании в части, значит, действительно обоснованности или необоснованности взимания платы за выдачу таких технических условий. В случае, если комиссии будет установлено, что плата берется неправомерно, следовательно, компании будет выдано соответствующее предписание, и технические условия должны будут выдаваться бесплатно. Вопрос от Ирины. Я директор компании, которая представляет бухгалтерские услуги. Работаем на рынке несколько лет. Недавно в Перми появилась другая компания с названием, очень похожим на наше. Мне кажется, клиенты начинают нас путать. Скажите, является ли это нарушением закона о защите конкуренции? Как быть в такой ситуации? Ирина, в соответствии с законом, признаками нарушения ваших прав будет считаться, если ваше или схожее до степени смешения название начала использовать компания, работающая в той же отрасли, что и ваша. Если использование названия или схожего логотипа нацелено на извлечение прибыли. Вот когда эти все совокупные признаки будут, следовательно, это не что иное, как нарушение статьи 14 закона о защите конкуренции, поэтому вам в обязательном порядке мы рекомендуем обратиться либо в антимонопольный орган для выдачи предписания не использовать сходный до степени смешения соответствующий бренд, товарный знак, либо защитить свои права в суде. На сегодня все. Ответы на эти и многие другие вопросы вы всегда сможете найти на сайте антимонопольной службы. Его адрес сейчас на ваших экранах. Присылайте свои вопросы и нам. Утро@рф.ру, электронная почта. 2-630-300, телефон. Вопросы оставляйте для абонента «Утро». А пока удачи в делах и отличного настроения. До встречи.